This is Rustling Summer. One, two, three. Let's go! Every week, Ruslan Zemmer presents the best dance tracks. Best house releases of the week for you right now. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья, раз в неделю. Вот в это самое именно время я приветствую вас. Меня зовут диджей Руслан Север. И как всегда, в одной компании будем встречать уикенд. Это электрошок-шоу. В гостях сегодня ожидаю, во-первых, популярнейшего мирового хаус-продюсера Дэнни Фриказоида, ну а также планирую пообщаться и с легендарным российским диск-жокеем диджеем Колей. Кстати, дорогие друзья, также общаюсь и с вами. vkontakte.ru/djsever, facebook.com/ruslansever. Также во время эфира сегодня поговорим обязательно о туре, который сейчас проходит «Электрошок 5 лет» на прошлой неделе. Две вечеринки прошли в Лениногорске и в Казани. Спасибо за теплый прием и за сумасшедшую энергетику на танцполе. Кстати, пока есть время, хочу сказать, что на этой неделе встречаемся 1 мая в Тюмени и клубе «Евро». Итак, первая работа. Вы знаете, я с большим трудом узнал, вспомнил, кому же принадлежала в оригинале эта композиция. Замечательное произведение 1988 года, песня моего детства, которая называлась «Piano in the Dark» от Бренды Рассел. Использован ее вокал в композиции «Bingo Players», которую назвали они «Cry». Начнем с очень позитивных и теплых ноток. We'll be right back.
только распечатали электрошок. Однако это не помешает мне представить следующую композицию, ведь она из разряда эксклюзива. Новое произведение талантливого продюсера из Германии Винсента Веги, Эммануэл Бакано. Трек получил название «Be Yourself». Я представляю вам ремейк от Fine Touch. И, кстати, хочу обратиться к тем, кто считает, что у них отличный сабвуфер в машине. Сделайте-ка погромче, проверим. Максимуму представить самые интересные танцевальные релизы. Мимо следующей композиции я не мог пройти мимо абсолютно никак, так как это новый релиз лейбла Size, владельцем которого является Стив Анджело. Трек называется «I'm coming home with you» и записан он Карлом Льюисом и Мартином Дэниелом.
Austria. Hi, this is Giuseppe. Hi, this is Sultan, and you're listening to Electron Shock with DJ Severo. Север, раз в неделю встречаюсь с вами здесь в эфире и гораздо чаще встречаюсь с вами на самых различных танцевальных площадках. На прошлой неделе отыграл два сета в Лениногорске и в Казани. На этой неделе 1 мая отправляюсь в Тюмень и клуб Евро. We'll be right back.
Hi, this is Peter Gelderblom. Hi, this is Paul Harris. Hey, this is Eric Pritz, and you're listening to Electroshock Radio with DJ Sebla. DJ Sebla presents Electroshock. This is Russell Sebla. One, two, three, let's go! Electroshock. Every week, Russell Sebla presents the best dance tracks. Best house releases of the week for you right now. Продолжаю представлять самые интересные танцевальные релизы этой недели в студии. Я диджей Руслан Север и говорю вам добро пожаловать на препати шоу «Электрошок». Раз в неделю, в преддверии выходных дней, мы встречаемся с вами в рамках этого проекта. Также хочу напомнить о том, что раз в неделю, в понедельник после обеда, по такому адресу, как ruslansever.promodj.ru, появляется запись последнего выпуска программы, ну и, конечно же, плейлисты. Поэтому у вас есть возможность слушать радиошоу в любое удобное время. ruslansever.promodj.ru. Что ж, друзья, совсем скоро я в гостях жду первого гостя, диджея Колю. А сейчас готов представить композицию, над которой поработали звезды как европейской танцевальной сцены, так и американской. Совместное творение Фиделя Гранда, Султана и Неда Шепперда, которая называется «Running».
I've been running. I've been running so long. I've been running from change. I said, Lord, I've been working, working for love. I gotta evolve for me to make a change. Someone help me, oh good love. Someone help me, oh good love. Someone help me, oh good love, to make a change. Lord, I've been running, running so long, running for faith, running for love. I said, Lord, I'm running. Hi everyone, this is Fedler Grand and you're listening to Electroshock with Ruslan Zeba. Электрошок-шоу в студии Руслан Север. И моими собеседниками, гостями становятся популярные мировые хаус-продюсеры. И сегодня это Дэнни Фриказоид в начале следующего часа. А совсем скоро я жду звезду российской танцевальной сцены диджея Колю. The whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Getting mad brain in my very fast car. Ferrari V12 Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Hands in the air, make a screaming shout. When we're in Saint-Tropez.
like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moscato. You don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, you don't mean shit, shit. We the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Узнали, нет? Я думаю, любители поп-музыки, ну, просто обязаны были узнать этот голос. Тимати, диджей Антон и ремикс от Hard Rock Sofa. Welcome to Saint-Tropez. Что ж, друзья, а сейчас на телефонной связи находится еще одна звезда российской танцевальной сцены. Это диджей Коля. Коля, я приветствую тебя в эфире. Приходят самые интересные новости от тебя. Поздравляю с тем, что одна из композиций, один из ремиксов попал в чарты Битпорта в разделе «Хаус». Поэтому будет много вопросов. Но в первую очередь хотелось бы узнать, конечно, над чем сейчас работаете. Вообще, что происходит в твоей творческой жизни? Сегодня очень такой творческий сезон вообще в моей жизни наступил. И в этом году мы себе вообще поставили цели большие вместе с моим партнером по студии Матуэ, резидентом клуба «Пача Москва». Вот, и мы делаем сегодня свое производство. Значит, у нас появился сингл на Spin Records. Это наш ремикс на известную очень песню, на большой хит «Long», на Doobie Brothers «Long, Long Legs Running». Сегодня он штурмует Битпорт, но, правда, так немножко плавает в хорошем, очень уважаемом техаус-чарте, чему я очень рад. Это наша такая первая, безусловно, победа. Вот. Наш сингл «Love Again» отправился также на Confidence, на лейбл, и с ремиксом Hard Rock Sofa он штурмует какие-то голландские чарты, в общем, тоже позитивные на этот счет новости. Мы сделали ремикс на группу «Коку». Сегодня он выйдет на, по-моему, на лейбле «Buffy Flight». Я не помню, как точно называется. По-моему, «Fashion Music» будет наш микс, ремикс «Матуя». Называется песня «Неприлично фак». И сегодня мы заняты над работой на песне с названием «I'll Be The One» «Angel Stone». Будет релиз, который состоится либо «Азули», либо «Defects», либо «Subliminal». В общем, вот такой будет пока что еще не определен точно лейбл, но это будет один из трех таких вот хаус-лейблов, которые появятся в июне месяце. Так что работы много. Плюс ко всему, мы с Матуэ делаем сейчас очень такой хитрый ремейк, возрождаем нашу народную композицию под названием «Калинка-малинка». Уже есть в интернете одна такая немножко пошловатая версия, но это не тот микс, к которому мы хотели бы привлечь себе внимание. Да, поэтому ожидайте от нас, в общем, такой очень моторный, такой очень боевитый достаточно и вновь переделанный, переигранный такой народный хит. Очень будет интересно послушать. Ждем вашу работу. А я хочу отметить тот факт, подчеркнуть, что в последнее время ты, знаешь, так очень резко развернулся в сторону продакшена. С чем это связано? Во-первых, я давно очень хотел найти единомышленника по творчеству, потому что ты сам знаешь, что это достаточно нелегко. Вот. Я не прирожденный технарь, а студийный, но во мне всегда очень много разных идей, много каких-то интересных ходов, которые мне хотелось бы просто воплощать не просто одному. Как говорится, одна голова хорошо, но две лучше. И мы нашли друг друга, и, в общем-то, сегодня все, что есть, это и есть тот плод творчества, который именно произошел благодаря нашему знакомству, в общем-то, и нашему проданию. Поэтому я думаю, что этот всплеск такой, во-первых, связан еще с тем, что уже давным-давно пора как-то себя более-менее, да, так скажем, реализовывать на рынке, да? Да, и, конечно, нам нужен уже статус и диджей, который просто диджей, да, и все-таки, когда люди переходят в статус продакшена, здесь появляются немножко другие возможности и немножко другой взгляд появляется, да, более интересный, который дает еще больше преимуществ, так скажем, просто человеку творческому в этом клубном бизнесе или мире, в общем, как хотите.
Хорошо, а как обстоят дела в клубе, в котором ты работаешь? Я по-прежнему являюсь человеком, который контролирует части политики музыкального клуба. Не люблю слово «музыкальный директор», потому что директоров так много, что иногда просто полезно просто спокойно, скромно заниматься своим делом. Не обязательно быть на уровне директора. Нужно просто быть лидером своей команды и правильно позиционировать, в общем-то, тот путь, который ты выбрал. Тот стиль, который сегодня поселка пропагандирует, коммерческий, очень качественный, хороший танцевальный клубный хаос, вот, там, с элементами прогрессива, тек или каких-то там диско, вот. Плюс мы иногда позволяем тематические вечеринки, позволяем, конечно, уходить от курса, это нормально, естественно. В общем, как для любого клуба, который пытается впитывать в себя самое новое, свежее и чем-то пытается удивлять свою толпу. У нас очень хорошо сегодня в клубе, много молодежи, мы более-менее сосредоточились уже и определились с публикой, которую мы хотим видеть. Средний контингент, достаточно в меру обеспеченная молодежь, красивая, которая любит музыку, любит хорошо отдыхать и понимает, собственно говоря, что происходит в нашем клубе. Итак, на телефонной связи со студией программы «Электрошок» был диджей Коля. Мы продолжаем вместе встречать уикенд. Это припати шоу «Электрошок». В студии я, диджей Руслан Север, и предлагаю вашему вниманию еще одну новинку от Analog Sound Department — Tasty Noise. Кстати, у нас еще один гость совсем скоро, это Дэнни Фриказоид. Every week Руслан Север presents the best in dance music from around the world. И еще хочу напомнить о том, что общаюсь с вами vkontakte.ru/djsever, facebook.com/RuslanSever, плейлисты на ruslansever.promodj.ru. Записи всех эфиров появляются в понедельник после обеда. We'll be right back.
Savior presents Electroshock. Do you want to hear the top music? The number one Electroshock. Если вы недавно в нашей компании включили приемник, то с удовольствием сообщу, что это территория программы «Электрошок». В студии я, диджей Руслан Север. Раз в неделю мы вместе встречаем уикенд танцевальными релизами. Гости программы – звезды мировых танцполов. Диджей Коля сегодня уже отметился. В следующем часе ждем Дэнни Фриказоида. А пока у меня есть свободная минута, хочу напомнить, что на этой неделе я встречаюсь в рамках тура «Электрошок 5 лет» с вами в Тюмени и клубе «Евро». А сейчас предлагаю погрохотать благородным хаосом. Итак, работа пришла из Мадрида. Эксклюзив, вы первыми можете ее слышать. Ремейк популярнейшего испанского продюсера Ивана Пики на Джорджо Мантия и Мус Фабрик и работу Out of Control. We'll be right back.
никак мне сегодня не удается рассказать о туре, поделиться подробностями. Думаю, сейчас как раз такой момент настал. Итак, дорогие друзья, 5 лет мы с вами встречаемся в эфире. Все-таки, согласитесь, срок. И, соответственно, мы решили в этом году провести тур, который посвящен 5-летию нашего радиошоу. Огромное количество вечеринок уже прошло, уже позади. Мы выходим на, так скажем, на финишную прямую в мае месяце. Я с вами встречусь 1 числа в Тюмени в клубе «Евро», 6 мая в Учелах в клубе «Райком», 13 мая в Кемерово в клубе «Ганиш», 14 мая в Новокузнецке в клубе «Термит», 27 я жду вас в Москве в клубе «Нео», 28 мая в Чебоксарах и клубе «Ренессанс». Что ж, будем закрывать первый час? Come along, children. Now we're gonna have a little music. Like old times. И под занавес первого часа мы с вами всегда вспоминаем самые интересные эпизоды танцевальной истории. Сегодня предлагаю вспомнить 99-й год и такой проект, как Bassam & Jax и их легендарный трек под названием Rendezvous. Electroshock. This is Jocelyn Summer. One, two, three, let's go! Electroshock. Every week, Ruslan Zemmer presents the best dance tracks. Best house releases of the week for you right now. Если в процентном соотношении измерять тот путь, который мы прошли сегодня вместе с вами в эфире, то 50% позади. Но давайте все-таки откажемся от сухого математического языка, тем более, что это припати-шоу «Электрошок». В студии я, диджей Руслан Север, и вторую половину программы открывает гостевая. Не
всегда все срастается и все получается. Так, увы, получилось и на этой неделе. Отчасти это связано с моим турне и отчасти от занятости сегодняшнего гостя. Поэтому, увы, не удалось нам записать интервью, однако Дэнни прислал сет, и вы сможете в полной мере насладиться той музыкой, которую он пропагандирует. А пропагандирует он много лет House и Tribal House. Огромное количество релизов на различных лейблах у него вышло, но стоит особо отметить, что основным все-таки лейблом его творчества является крупнейшая рекорд-компания Британии, это CR2. Итак, Дэнни Фриказоид сегодня в «Электрошоке» представляет свой сет. Let's go. Oh,
сегодня гостевая в электрошоке представлена швейцарским хаус-продюсером Дэнни Фриказоидом. В настоящее время звучит его сет. Вы в компании диджея Руслана Севера. Доступен для слушателей радиошоу и не только ВКонтакте и Фейсбуке. vkontakte.ru/DJSever, facebook.com/RuslanSever. Друзья, хочу напомнить о том, что записи всех выпусков доступны также в электронной сети www.ruslansever.promodj.ru. По этому адресу вы можете найти записи всех выпусков в хорошем качестве, а также плейлисты. И еще, что немаловажно, именно по этому адресу вы можете подписаться на подкаст «Электрошока». Thank you.
Electroshock. This is Ruslan Sever. 1, 2, 3, let's go! Electroshock. Every week, Ruslan Sever presents the best dance track. Best house releases of the week for you right now. Если вы недавно включили радиоприемник, то скажу, что добрые 3/4 программы позади. Однако, есть еще смысл оставаться в нашей компании. Это припати-шоу «Электрошок». Every week Руслан Север presents the best dance track. Best house releases of the week for you right now. Итак, позади гостевая, поэтому я возвращаюсь к своему, в кавычках, «черному делу». Продолжаю знакомить вас с новинками недели, ну и, конечно же, бестселлерами. Начнем с новинки от Сэнди Ривьера, совместной композиции с Ясмин, которая называется «Love», представляя ремикс от «Daddy's Groove». We'll be right back.
ru/djsever, facebook.com/ruslansever, плейлисты на ruslansever.promodj.ru. Следующая композиция, которая из разряда новинок, перешла уже однозначно в разряд бестселлеров. Уверен, что этот трек по завершению всего года 2011 будет номинироваться как один из самых успешных, удачных прогрессив-хаус-релизов. Что ж, поживем, увидим. Итак, совместное творение Марка Кнайта и Тиесто при участии Дино. The Beautiful World. Hello, this is Benny Benassi from Italy. Hi, this is Jody Wistanoff. Hi, this is Martijn de Velder. This is Deadmau5, and you're listening to Electroshock Radio with DJ Sever.
Тяжело с этим не согласиться. If You Close Your Eyes, It's a Beautiful World, Mark Knight и Tiësto позади. Hi, this is Issa. Hi, this is Sebastian Leger. Hi, this is Tom Logan. Hey, everybody, I'm Sam McLeod, and you're listening to Electroshock. И еще одно большое имя в электрошоке с новой работы — это Майкл Вудс. Этот человек, хочу добавить, всегда знает, что нужно большой танцевальной площадке. Поверьте мне, самая настоящая бомба вас ожидает. Я надеюсь, вы готовы. Сегодняшнего музыкального путешествия. Итак, три раза.
работы я хочу вам еще представить. Начнем, пожалуй, с Федерико Эписа и его бутлега на Velvet The Big Pink. Hi, this is Taylor Garcia. Hi, this is Bob Duffy. Hi, this is Sultan, and you're listening to Electro Shock with DJ Sever. Electroshock. This is Ruslan Sever. One, two, three, let's go! Electroshock. Every week, Ruslan Sever presents the best dance tracks.
Наше двухчасовое путешествие в мир танцевальных ритмов подходит к завершению. В запасе осталось небольшое количество времени, но на этот отрезок у меня есть определенные планы. Две неожиданных работы от двух метров современных танцевальных ритмов я вам представлю. Первая композиция уже звучит. Это небезызвестный на сегодняшний день немецкий продюсер Виппенберг с новой композицией «You Are».
два часа прилетело незаметно. Финал программы «Электрошок». До сего момента в студии был я, диджей Руслан Север. Встретимся ровно через неделю в эфире. А на этой неделе, 1 мая, я жду вас в городе Тюмени, клубе «Ева». И напоследок. Personal Jesus. Ремикс на Depeche Mode от Алекса Метрика. Пока! Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Presents Electroshock.